Рабочий день на аэродроме начинается рано. Первыми к самолетам прибывают техники. На этих людях лежит огромная ответственность за жизнь летчика. Успех полета во многом определяется их трудом, их отношением к делу. Если летчик – хозяин самолета в воздухе, то техник – хозяин самолета на земле. Он объединяет усилия всех специалистов при подготовке к вылету. Благородство, добросовестность и четкость – неотъемлемые качества техника самолета. Вот что говорит о своей профессии старший техник-лейтенант Петр Петрович Кулик. Призвание я нашел не сразу. После школы очень хотел стать токарем или строителем. Романтика новостроек тогда победила. Вместе с товарищами поехал в Воркуту. Однако свое настоящее место в жизни нашел во время службы в вооруженных силах. Поначалу был механиком. Оказалось трудно. Потом сама машина увлекла. Темп жизни. Ведь в авиации как? Только самолет до винтика, как говорится, изучишь, а тут новая техника. И так все периодически повторяется. Дочь в такие моменты говорит: что, папа, опять в первый класс учиться? Ну что ж, в нашем деле без знаний нельзя. Каждый новый тип самолета – последнее достижение науки и техники. Отсюда ответственность. А в работе у нас всегда один уровень качества – высший. Конечно, трудно бывает, особенно зимой, когда руки к металлу прилипают. Тут знаний мало, душа еще нужна, убежденность, чутье особое, обращение с самолетом на «вы». Говорят, чтобы создать самолет, надо тонны бумаги израсходовать. А нашему брату, прежде чем приступить к его эксплуатации, все эти тонны, считай, наизусть надо выучить. Затем на машине все своими руками ощупать. Вот только тогда уж можно приступать к работе. Иногда в газетах читаю, что самолеты шуму много производят. Поверьте мне, когда двигатель исправно работает, если вслушаться, то музыку ощущаешь. Грозную музыку. Ради тишины на земле.
Времен повелось, что летчик и техник самолета единая дружная семья и связаны одной целью. Перед полетом техник помогает летчику занять рабочее место, подготовить кабину, последний взгляд в глаза, а уж с земли опробовать двигатель, проверить работоспособность систем. В нашем деле плохо трудиться нельзя. Традиция такая. Работая с грозной боевой машиной, постоянно ощущаешь себя на переднем крае. Каждый полет воспринимается как бой. Многие мои товарищи носят на груди боевые награды. И не только летчики. Недавно меня правительство наградило орденом Красной Звезды. Конечно, это не только моя заслуга, а всего звена и летчиков, которые своими делами дают оценку самолету. Ответственность перед народом у нас общая. Техник самолета. Нелегок его труд в повседневных будничных заботах, но благороден. Открыть, найти, увидеть себя в своем труде – главное достоинство человека. Убеждение невозможно добыть без напряжения физических и духовных сил, без мозолей и пота, без преодоления трудностей и усталости. Твердые мозоли на руках – самое тонкое богатство человеческой души. Стрина, все нормально, старик, все в порядке. Не заметили мы на лету, как и вправду с тобой постарели. На стремительных илах на ту молодые ребята взлетели, но как в наши с тобой времена. Не меняют пилоты повадки, как делишки, старик, не робей, старина, все нормально, старик, все в порядке. Как делишки, старик, не робей, старина, все нормально, старик, все в порядке.